Продам соседей, бля. Было все в минах. Где мы сейчас? Где мы сейчас? Под... под старым терминалом, скажем так. Это подвалы старого терминала. Тут было все заминировано, более-менее поразминировали. Вот. Украинская армия, здесь, короче, стояло оборудование старого терминала, короче, аэропорта. Все повырезали, погасили, поздавали. Все, больше ничего нет, одни подвалы остались. И побитые коммуникации все. Все провода повырезали. Ну, как-то так. Вот, на самом деле. Без одного, потому что как поломали, блядь. Ну это рублей. Не, в мае.